Блять, а на ком он играет? А, легионка. Алло. Привет. Да-да-да. Это этот коч. Привет. Чё, как на легионке? Много игр? Алло. Да, нормально играю так-то. В принципе, если честно, просто попробовал в обнове его. У тебя сколько? Какое звание? Звание? Да у меня два калаша было. Весна пришла, как и весенняя обнова на тесте. Открывай второй сундук бесплатно в новой весенней линейке кейсов. А также лови отличный профит, играя в текис на тесте дроп. Забери свой бесплатный кейс и 15% бонус к пополнению с промокодом, который ты видишь на экране. Поторопись, халява закончится. А, ты можешь прямо во время игры подключиться и помочь? А, я понял. То есть ты прямо во время игры можешь подключиться и помочь, типа, да? То есть чел уже играет, ты подключаешься, типа, и пишешь ему. Как вы думаете, что будут писать люди из Dota 2 комьюнити? Будут писать: ты ебаная бестолочь, не заходи в эту игру никогда. На снайпере с блинком, блядь. Карлос! Терминатор! Демола! Ок. Pojď, blokuj to, bráško! Blokuj, blokuj, pojď, 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 pojď! Aha, aha! Ale mám na Discordu, aha! Ne, nemám, what? Карма моментально. Help! Задинайте! Задинай! Oh god! It looks so bad, dude. I'm so fucking fat right now. Let me see. What the? He has not played a single ranked pub. He's playing. Excuse me? This place being normal matches in turbo and not even like owning them. He's fucking feeding in turbo games. 0-5, 2-8, 2-9. Middle tower is under. Whoa, 114k lead. Okay, this has to be part of the bug, right? They're doing some shit here, these guys, with recalibration, right? If you like hyper win hard, maybe you get your account super high like that, right? I think that's what's happening. They're just talking. Okay, so they're probably recalibrating the accounts by getting Omega leads in games and ending, and then Gabe is like, oh, you had a 200k lead when you won, that means you're smurfing, you're gonna go straight to top one. You good, sir. Top wave boys. Dude, it's actually helping them. What the hell is going on here? А чё? Алло, братик, ты тут? White Spirit, алло. Вардик, пойдем поставим. Чё ты встал? Почему он не отвечает? Алло, братишка, ты тут? Алло, братик. Бля, я спалился, а нахуй я написал? Флай, ты у меня... Братик, я тренировать тебя пришел. Пизда, блядь. Алло, братик, ты тут? Делаешь, алло, блядь, я твой тренер, нахуй. Завались, нахуй. Завались, нахуй. Ща будем, блядь. Птичку отправил. Ща будем тренироваться, блядь. Крипов добивать, ты меня услышал. А почему мне танго, блядь, не дали? Короче, видимо, руинит, но не так сильно, как этот. Как наш красавчик. По-другому руинит. А. Давай я просто выпалю крипов. Это чё за тут? Вы чё тупые, сука?
Vamos vir aqui, não? Deixa eu matar esse galo. Mata esse galo aqui. Que porra é essa? Que porra é essa? Ah! Não, mano! Ну все, обосрались, получается. Не, он в лес пошел. Смотри, 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 смотри. Он на топе. Иди, 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 иди. Он сакает. Он сейчас придет, он сейчас придет. Иди сюда. Да я пачку. Нет, 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 сука, тупая, блядь. В чем твоя проблема? Слушай меня и все. Я потом пойду и заберу его стаки просто. Ладно, зачем мне делать это? Не беси меня нахуй, все, блядь. Играй как хочешь, я буду смотреть и смеяться. Охуеть. Знаете, я смотрел, как Версута играет на 7К рейтинга, и... а у него 3К, я так понимаю, ну, примерно, его рейтинг. Я вам честно скажу, в каждой второй игре я бы не сильно отличил Версуту от обычного игрока. Ну чё, поехали. Да, конечно, диалоги максимально тухлые. Кто сценарист этого мультика, пожалуйста? Оказывается, для того, чтобы одеть доспехи, человеку нужна 1 секунда. Оп, и все, одет, и погнали. И довольно реалистично все. Бог нахуй, как же он ебет. Пауза есть, пауза есть? Давай, давай, вот под него паузу, паузу, паузу. Пауза, пауза, бро. Паузу. Oh shit. The enemy's middle tower has fallen. Killing spree. Guys, guys, take refresher, take agony. Бля, не умри там. Что? О, прям секунду. Землю оборвался. Что ж тебе земля-то наша матушка русская это сделала? Наша Богородица, блять. Просто чё, в землю на шейкере. Made my way to the citadel to prepare to arrange that day when I sit up there. Campaign for a change to win a fair. I persuade the state, but I didn't care. Defamed by the fake news as a joke. Chuckling rip, don't know how I go for the throws when I'm pouring in votes. The more I coast, and my manager getting cut short. Tried assassinating my ass, cast him out to space with the trash. Then the shadow council collapsed. I eradicated this.